Добрый день. Хочу рассказать вам про свою последнюю книжку. Она называется «Антропология 2024». Она, в общем, сделана довольно оригинально по сравнению с моими предыдущими книжками. В ней есть три части. Вторая часть посвящена теории уровней. Первая – всем моделям до теории уровней. А третья – сравнением моих моделей с моделями других авторов, в том числе Фрейдом, Юнгом, Пиаже, Колбергом, Эриксоном и другими. Что интересного? В части вместо предисловия есть, смотрите, есть перечень задач, которые я обсуждаю, перечень вопросов, которые я рассматриваю, основные принципы и теги. Теги по темам. Это очень удобно. Философия, психология, история, общество и так далее. В конце тоже есть интересные вещи. Есть, в частности, список авторов, которых я упоминаю довольно много, и список тем. Ну, вот эта книжка никогда не будет напечатана, но она будет вот в открытом доступе. Смотрите ссылку на текст этой книжки в комментариях.